Сегодня у Юли Волковой день рождения. Ей 29 лет, и она опять в центре скандала. Не успела группа «Тату» триумфально заявить о своем возвращении, как выяснилось, что на гастроли, возможно, поедет другой состав. Что происходит, разбирался Вова Стражук. Скандал у «Тату» разразился прямо в аэропорту перед отъездом в Словакию, куда в итоге Юля отправилась одна и запостила фоточку с местного телевидения. Братислава, привет! Уже с утра на утреннем шоу. Лена же осталась в Москве и тем временем записала видео, где рассказала обо всех подробностях конфликта. Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте «Тату», если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы «Тату». Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку. Шокирующее признание Лены Катиной в сети заставило всех фанатов группы «Тату» изрядно напрячься. Неужели большой тур по Европе и России будет отменен? Юля Волкова тоже вышла на связь и утверждает обратное. Никакого конфликта в группе нет. Да у нас все хорошо, правда. Вот вообще нет никакого конфликта и все замечательно, правда. Также Юля утверждает, что концерты состоятся несмотря ни на что, но это как-то не вяжется с мнением Лены. В мой адрес прозвучали угрозы, что Юля, пользуясь своими тесными связями, закроет мой сольный проект на территории России. Пытаюсь убить, угрожаю жизни, боже, Адель. Все прекрасно, мы летим на съемки клипа послезавтра. На последнем концерте в Москве девушки представили новую песню. Но кто именно поедет в тур, пока не ясно. Может и правда с Юлей будет петь та самая другая рыжая девочка. Владимир Стражук, программа «В теме».